5 квадратов крестом? Да. На самом деле? Да. Понятно. Я везде проставлю эти карты координаты. Ну и здесь то же самое, только с минусами. То есть вот это минус 1, 2. Вот эта вот точка, это будет минус 2, 1. Эта точка минус 1, 0. Эта точка минус 2, минус 1. Это минус 1, минус 2. Сколько всего точек? 2, дальше 3 раза по 3 и еще 2. Сколько всего точек? 4 плюс 9. 13. 13. 13. Для 13 в нашей табличке написано, что должно быть 12 направлений. А давайте проверим. Давайте посмотрим, правда, что 12 направлений или нет. Ну, давайте я для начала выпущу направление из нуля. Вот это у меня будет называться направление номер 1. Дальше будет вот такое направление. Будет дальше направление вот такое. Такое. Раз, два, три, четыре. Дальше будет направление вот такое. Это будет направление номер 5. 6. Так это 6, это мало. А есть еще направление? Нет, если я сюда проведу, вот сюда проведу, так оно же будет проходить через эту точку. Дело в том, что картинка центрально симметричная. А еще же вертикальные. А какой еще есть? 1, 2, 0, 1, 1, 0. Сейчас, называйте две точки. Одна точка с координатами. 1, 2. 1, 2 это вот. Вторая точка. 1, 0, 1. 0, 1. Да. Такое направление тоже есть. Такое направление тоже есть. Хорошо. А еще? Направление. Это же минус 1, минус 1, 2, 0, 1. Итак, назовите первую точку. Минус 1, 2. Минус 1, 0. Минус 1, 2. Минус 1, 2, это вот. Да, и? 0, 1. И 0, 1. Отлично, это еще одно направление. Еще. 2, 1, 1, 0. 2, 1 и 1, 0. Это под 45 градусов, да? Да, есть такое направление. Как нам вообще с этим разобраться более или менее, что называется, последовательно? Направление каждое задается сдвигом по оси абсцисс и сдвигом по оси ординат. Поэтому можно нарисовать отдельную картинку, все направления откладывать от одной и той же точки, от начала координат. Тогда смотрите, что вот это за направление. Это горизонтальное направление. Вот я его рисую. Вот это. Минус 1, 2. Вот она. Дальше минус 2, 1, 0, 0. Вот эта точка, давайте видели кружочком, да? Вот она, точка 0, 0. Теперь у меня минус 1, 2. И дальше минус 2, 1. Вот. Так, теперь то, что вы сказали. Под 45 градусов. Это на самом деле направление вот на эту точку. Да? Это под 45 градусов. Да. А это направление от ним правее. Секунду, у нас еще как-то не было. Направления были изначально координат горизонтальная. В точку 2, 1. В точку 1, 2. Вертикально и здесь 2. А вот это новое направление, которое нам сказали. Из то, что вдоль 0, такой прямой нет. А вот такая прямая есть. Другое дело, что параллельно этой прямой, например, вот это. Это вы правильно говорите? Нет, я говорю про линию 0,1 из точки 0,1 в точку 1,2. Да, совершенно верно. Правильно. Пока что я отметил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 направлений. Вот вы мне сказали еще такое, я его сейчас тоже отмечу, это под направлением 135 градусов. Видите, да? Вот оно вот такое. Замечательно. Сколько точек уже отмечено? 8. Отмечено 8 направлений. Должны быть еще. Есть направление, да. Минус 1, минус 2, в 2, нет. Минус 1. Минус 1, минус 2, вот сюда. Сдвинуться на 3 по горизонтали и на 1 по вертикали. 1 треть. Отлично. На 3 по горизонтали и на 1 по вертикали.
вертикали. Есть такое направление? Ребята, вообще-то симметричное наверняка тоже есть, да? Минус 2, 1, минус 1. Это вот из этой точки, если провести сюда, видите? На 3 по горизонтали налево и на 1 вверх. Итак, вот это направление... Сколько направлений? 10. 10, а надо больше. Да. Минус 2, 1, минус 1, 0. Так, минус 2, 1, минус 1, 0. Сдвинуться на 1 по горизонтали и на 1 по вертикали. Это то же самое, что было вот здесь. Это то же самое, что в точке минус, минус 1, 1. Это вот такое направление. Так, еще. Минус 2, 1 и 1, 0. Минус 2, 1 и что? 1, 0. И 1, 0. Это на 3 в горизонтали и на 1 вниз. Давайте отмечать. На 3 по горизонтали и на 1 вниз. Есть. А стоп, а это не то же самое? Смотрите, здесь было 3 по горизонтали, а 1 вниз. 3 по горизонтали. Нет, это не новое направление. Это не новое. Еще что-то есть? Давайте. На 4 по горизонтали. Это от какой точки начинать? Минус 1, 0. Минус 1, 0? А куда вы на 4 по горизонтали? Минус 2, 1. Минус 2, 1. Есть такая точка? И 1, 0. И 1, 0. Это вы сдвинетесь на 3 по горизонтали. А. И то? Минус 1, 0, 2, 1. Минус 1, 0, 2, 1. На 3 по горизонтали, на 1 по вертикали. Минус 2, плюс 1, 2, 1. Минус 1, 0, 0, 0. Минус 2, минус 1 и? 2, 1. И 2, 1. На 4 по горизонтали, на 2 по вертикали. Это то же самое, что на 2 по горизонтали, на 1 по вертикали. Такая прямая у нас уже есть. 2, 0, минус 1, 0. 0, 0 и минус 1, 0. Это горизонтальное направление, но у нас уже есть. Минус 1, 2, 0, минус 1. Так, минус 1, 2 и 0, 0 минус 1. 1. А вот это что? А вот это действительно победа. Смотрите, на 1 по горизонтали и на 3 по вертикали. Все видят? На 1 по горизонтали и на 3 по вертикали. Это что за направление? Вот это. Видите, на 1 по горизонтали, на 3 по вертикали. Ну и симметричное, на самом деле, тоже есть, да? Вот, ничего. А это сколько направлений получилось? 12. 12. Можно поискать, что действительно больше. Нарисую все эти направления. 9, 10, 11 и 12.